Спорт воспитывает волю к победе, закаляет характер и дарит здоровье. Именно поэтому очень полезно приобщать ребят к здоровому образу жизни. С этой целью в Чебоксарской средней школе номер 61 состоялась традиционная спартакиада среди несовершеннолетних Московского района. Цель мероприятия – это прежде всего пропаганда здорового образа жизни, физической культуры, организация активного отдыха, а также профилактика правонарушений. Вот уже 15 лет подряд, два раза в год подростки встречаются, активно приобщаясь к физкультуре и получая заряд положительных эмоций. Вообще это крайне важное, конечно, мероприятие, потому как увлеченность молодых людей, ребят, те, которые где-то как-то попали на контроль, значит, перед нами совершеннолетних, вовлекаем их в спорт, и через спорт мы выводим их в другую жизнь. Профессиональные спортсмены провели с ребятами разминку и рассказали о том, как правильно выполнять упражнения. Своим примером они вдохновляют подростков. Регбол – это спортивная командная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби. Этот вид спорта развивает ловкость и координацию движений. Спорт достаточно много воспитывает качества. Одно из них – это сила воли, достижение целей, преодоление себя и, конечно же, здоровье. Здоровье очень много здоровья приобретаешь, занимаясь физкультурой и спортом. Илья с детства занимается спортом и сейчас уже пробует тренировать ребят. Это по-настоящему увлекает, говорит он. Я, получается, тренировался дзюдо, видел, как тренируется молодежь. И дедушка как бы просто сказал, давай поможешь мне тренировать детей, помогать мне. И вот так вот, получается, уже второй год тренирую детей, помогаю дедушке. И все. Детей очень воспитывать тоже интересно. Следить за ними, как бы слушать их. Очень интересно. Когда-то сами были такие. Спорт дисциплинирует молодых людей и помогает найти свой путь в жизни. Это очень важно. Все участники спартакиады получили заслуженные награды и подарки. Так что тут еще раз нужно напомнить о том, что путь к большим достижениям начинается с малого. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.